Доброе утро. Буэнос диас, амигос. Ух ты. Кто там, американец или на каком ты сказал? На двух языках. Ага. Буэнос диас, пресса, на португальском, амигос. Друзья, на испанском. Ага. Все, просто круто, вечер. Да. Буэнос диас. С добрым утром. Сегодня у нас какой день недели? Четверг, 15 июля. 2021 года. Моего сына сегодня завершающий день в кофейне. Потом он дембелизуется, да? Он дембелизуется. Сегодня дембель? Месяц всего. Месяц, ну месяц. Целый месяц. Да? Целый месяц пахал. Да, в прямом смысле это слово пахал. Ну вот. А я бегать. Сейчас с Германом будем бегать. Да, пока еще маленько, что мы делаем. Блин, так неудобно. Надо отдельно лучше записывать. Угу. Мы едем. На работу. В общем, меня отправили, и я помню, там были зеленые горы. Всем доброе утро. Сегодня у нас 66-й день бега. Четверг, 15 июля 2021 года. И мы с Германом едем бегать в триатлон парк. Сегодня за долгое время я одел дождевик. Снизу футболка с рукавами на голое тело. На руке вон у меня баф, я его на голову одену. Вот, чтобы наушники держал. И ветроштаны. Штаны такие, которые ветронепродуваемые, в которых я бегал даже в минусовую погоду. Настолько они классные, мощные, универсальные. При этом тоненькие. Но, кстати, вот эта куртка, одна стоит 50 тысяч тенге. Она тонюсенькая, настолько тоненькая, в руке помещается, маленькая, компактная. Но очень-очень качественная. Можно душ принимать в нем. И не промокнуть. Вот так. Вот, завез я сына в кофейню, у него сегодня завершающий день. Сегодня завершающий последний рабочий день. Вот сегодня вечером он сдает ключи. Возможно, я думаю, он сегодня же уже получит свою заработную плату. Вот. И с завтрашнего дня он не работает уже. Завтра мы с сыном пойдем подавать, будем готовиться для того, чтобы подать документы в колледж политехнический. Там надо пройти медосмотр, сделать фотографии, там аттестат нужен, в общем, все дела вот эти вот. Будем завтра готовиться. И завтра мы едем в Степногорск. Я целый месяц сына возил на работу, с работы. О, телефон трясется, как дорога здесь неровная, прыгает. Ничего не сделаешь. Вот. Мы живем в другом, мы на правом берегу живем, работает он на левом берегу. На автобусом ехать целый час, а так он за 15 минут доезжает до работы. 6 километров, я его привожу, вечером забираю. Вот. Но мне это не сложно, потому что я его отвез на работу и сразу еду бегать. Для меня это тоже стимул, это классно, это супер. Вот. И устает ребенок, не высыпается. 15 лет все-таки. А в субботу у моей племянницы, Блешки, свадьба. И вот мы приглашены туда, поэтому мы туда идем. В общем, вот так. Когда мы с супругой только поженились, она была маленькая. Лет было, она в первый класс пошла, что ли. Ну, такая маленькая девочка была. Вот на шее у меня каталась, а сейчас замуж выходит уже. Взрослая уже девушка. Вот, я очень рад за свою бажуху, что его на старшая дочь выходит замуж. Молодцы, молодцы. Вот. Ну, а мы в выходные будем в Степногорске. Будем там работать, зарабатывать, налаживать. Ну, вот так. Всем удачного дня. Всем всего самого наилучшего. Всем всех благ.
Всем добра, мира. Всего хорошего. Погода сегодня, ну, на улице прохладная, 12 градусов. Вот, но ветерок, ну, не такой сильный. Ну, 12 градусов уже говорят сами за себя. В триатлон парке, как обычно, степь, ветер. Благо, чтобы собак не было, гуляющих без поводка. Вот, в остальном, в принципе, все классно. Ну все. Всем пока. Всем привет еще раз. Я с Германом в триатлон парке. Он сегодня одет как дождевик. Футболка с рукавами. Штаны ветронепродуваемые, которые. Ну, они тоненькие летом. Они классные, они теплые. Супер. Вообще они демисезонные, в них можно круглый год ходить. Я в них 18-19 вообще вот так в них и в командировке везде очень комфортно, очень удобно. И вот это вообще идеальное. Прям она легкая, тоненькая. Я же говорю, в ней душ можно принимать и не промокно. В Баффи бегать не очень нравится, но я его одеваю только потому, что она держит мои наушники. Они а то выпадают. Надо тоненькую шапочку найти. Купите в ней бегать. Ну и Герман счастливый, довольный. Герман, ко мне. Иди сюда. Герман. Герман. Взяла оттуда. Встань, встань. Герман. Бегать будем. Герман. Бегать за ним. Иди в воду. Вот. Ну что, сегодня 66-й день у меня уже бегаю. Вчера был 65-й, я в этот день не бегал, был в офисе. И дождь был. Вот. И сделал себе отдых. Потому что я каждый день бегаю. Ну, сегодня по плану. Лучше не планировать. Ну и нафиг. Каждый раз, когда я называю план, что я сегодня пробегаю по десятку, я пробегаю семерку. В тот раз говорил, дважды уже планировал десятку, пробегал только семерку, пятерку. Поэтому не очень хочется. О, триатлет. Молодец, горячий парень. Это прохладненько, плавает. Готовится, поэтому... Герман, кто там плавает? Кто там? Смотри, вон в воде плавает. Вон. А у меня бег. Я буду бегать. Думаю, может за водичкой вернуться, тогда я буду бежать дольше. Ну все, всем пока. Так, ну что, я сегодня сделал в качестве зарядки, разминки. Сперва начал планку минуту, потом минута отжимания 44 раза сегодня, потом минута приседания. Вот. В такой последовательности я сделал. Вот, но думал, ну, пульс не сильно скачет. Сейчас смотрю и побежал потом. В итоге у меня, смотрю, пульс 162, я такой, ой, вот это я разогнал пульс, перешел на шаг, и пока вот иду пешком, записываю видео, уже пульс 144, потихоньку снижается. Надо пульс успокоить до 120, до 100, потом продолжить бегать. Все-таки лучше вот эта минута. Вот эти вот то, что я делаю, делать после бега уже. Ну его нафиг. Вот, максимум можно в качестве разминки, наверное, буду делать сперва планку. Планку делать. Ну и все. Вот. А отжимания и приседания уже делать после бега. Для того, чтобы не давать сильную такую еще не разогретому организму нагрузку.
на все тело. Вот, на руки, на ноги. Вот так. Вот 124. Я обожаю мое тело, мое сердце, мою сердечно-сосудистую систему за то, что она у меня такая классная. Тьфу-тьфу-тьфу. Хвала Всевышнему, что у меня пульс быстро восстанавливается. Это все-таки говорит о том, что у меня здоровое сердце, натренированное. Вот, потому что уже 17-го года, с октября начал бегать. И весь 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Уже 4 года будет в октябре, как я занимаюсь бегом, триатлоном. В общем, это Герман, пошли. Обязательно каждую травинку понюхать надо, а, кустик. Фух, пользуется. Пока, о, 117. Пока я иду пешком, он идет и обнюхивает. Тут же собак много ходит. Вот, когда бежим, я ему это не позволяю, я его отдергиваю. Все, мы пошли бегать. Ну что, с Германом мы пробежали 5 километров. Герман, стой. Подожди. 4,99. Стой. Давай. Стой, Герман. 5 километров. А, так, и что не показывает? Герман, ко мне. 5 километров 41 минута. О, и пульс восстановился. 5 километров сделано. 41 минута до сегодня. Ух, ну, молодцы. Я, оказывается, часы не выключил. Было 41 минута. Сейчас я вам показываю видео. Ух. Одевайтесь по погоде. Вот я оделся сегодня. У меня она тоненькая, дождевик, но в нем жарко. У меня, возможно, из-за этого пульс сегодня подскакивал. С непривычки 150-160 прямо знаю. Думаю, да что это такое? Я на шаг перехожу. А оказывается, вот я оделся тепло. В нем жарко, потому что он воздух не пропускает. Дождь не пропускает. Он, в нем бегать реально в дождь прям, когда на улице дождь, ты бежишь, и тебе пофиг. Дождь. А так. Фух, все супер. Всем всего наилучшего. Всем пока. А нас с Германом ждут великие дела. Встречи, переговоры, дела в офисе. Ничего так.